По православной традиции чин освящения храма проводится не только после завершения его строительства, но и после капитального ремонта. Так, Покровский храм, которому почти 230 лет, вновь обретает святость, обновляется. А вместе с этим духовное обновление получают и все, кто пришел на торжественное богослужение. Нижний предел храма освящен в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Отсюда и название – Покровский. Верхний же, или по-другому летний предел, освящен в честь Спаса Нерукотворного. Почти 30 лет настоятелем храма служит протоиерей Василий Феер. За эти годы многое здесь было сделано его руками, а теперь и руками его сыновей. Роспись старых икон были отреставрированы также младшим сыном отца Василия Павлом. На лесах, невероятно на высоких, в куполах поднимали его. Расписывал узоры, полностью звезды. Помогало очень много людей, приходило. Также большое спасибо старшему сыну отца Василия, отцу Андрею, батюшке. Они вдвоем, конечно, сделали невероятную работу здесь. На службы здесь собираются не только жители Песчанки. Специально приезжают из Нового Оскола и из соседних районов. Так и средства на ремонт храма были собраны всем миром. Елена Голотовская, Игорь Доценко и Сергей Шрамко. Программа «Такой день» на Мире Белогорья.